Мотоцикл марки «Кавасаки» под управлением 45-летнего местного жителя сбил 15-летнего подростка. По предварительной версии, причиной ДТП стало то, что ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Школьник получил травму головы. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили его в больницу. В целом же накануне в Сочи произошло 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек. В полночь на перекрестке улиц Аллея Челтенхэма и Мацестинская водитель автомобиля ВАЗ-2106, 36-летний сочинец, выезжая на главную дорогу, не пропустил двигавшийся по ней в этот момент ВАЗ-2107. При столкновении пострадали водители обоих автомобилей и пассажир «семерки». С травмами они госпитализированы. В 4 часа ночи в поселке Красная Поляна на улице Калиновой произошло ДТП с участием мопеда. По предварительной версии, водитель, 36-летний местный житель, превысил скорость и не справился с управлением. Он доставлен в больницу. А около 7 часов вечера на улице Пластунская столкнулись автомобили «Шевроле Нива» и ВАЗ-2101. По предварительной версии, водитель внедорожника при проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора не пропустил встречный автомобиль, который завершал маневр. Пострадал пассажир «Копейки», 24-летний сочинец. Медики оказали ему помощь, от госпитализации он отказался.